Выстрел! Выстрел! Миномет! Выстрел! Миномет! Выстрел! Наши основные цели – это долговременные огневые точки, инженерные фортификационные опорники противника и укрепление полевого типа. Мы поражаем цели, те, которые не может поразить обычная артиллерия, крупным калибром и тяжелыми минами. И нас иногда называют даже маленьким ФАБом. Как бы по своей мощности наши мины проламывают бетонные сооружения, бетонные плиты и уничтожают живую силу противника, находящиеся в фортификационных сооружениях.